Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видео-дайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. В бортовом журнале On Air белорусской авиакомпании «Белавия» вышел материал о грузовой транспортной системе Skyway. Белорусская школьница выступила с докладом про индустриализацию околоземного космического пространства на второй международной конференции «САМ-АСТРА-2019». Анатолий Юницкий проверил ход работ на строительной площадке инновационного центра Skyway в Шардже. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В бортовом журнале On Air белорусской авиакомпании «Белавия» вышла статья о грузовой транспортной системе Skyway. Авторы материала рассказали о преимуществах грузового комплекса Skyway, который недавно предстал в завершенном виде в центре испытаний «Экотехнопарк». Сейчас на полигоне тестируют два типа грузового транспорта – «Юнитрак» и «Юнитранс». Они способны работать без участия человека и могут перемещать жидкие, сыпучие и штучные грузы. Авторы материала также отметили перспективы объединения грузового комплекса Skyway и морских портов для создания единой логистической инфраструктуры. В Самаре прошла вторая международная конференция «САМ-АСТРА-2019». Одной из участниц стала белорусская школьница Полина Воронько. Она представила доклад про индустриализацию околоземного космического пространства. Подготовить выступление помог генеральный конструктор Skyway Анатолий Юницкий. Итогом совместной работы стало решение о создании молодежной секции на Международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация ближнего космоса. Проблемы, идеи, проекты». Сотрудничество молодых и опытных ученых поможет популяризировать проект безракетного освоения околоземного пространства. Строительную площадку инновационного центра Skyway в Шардже посетил генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий. Он встретился с представителями компании-застройщика и лично проконтролировал ход строительства. В настоящее время на территории инновационного центра Skyway ведутся работы по внутренней отделке анкерных опор, монтажу коммуникационных систем и заливке полов. В гостевом доме уже выполнена отмостка по всему периметру здания и внутреннего двора. На месте тестового участка трассы устанавливаются промежуточные опоры и производится металлизация путевой структуры. Параллельно со строительством специалисты Skyway проводят испытания и настройку тропического юникара. Подробный фотоотчет со строительной площадки инновационного центра Skyway в Шардже смотрите на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.